телепузики, это я при... все телепузики пришла я с магазина, взяла сейчас курицу, сейчас первый этот бульон, этот пену сниму и первый бульон вылью второй раз. Это мне курицу я отварю ее в холодильник, а с бульона второй раз, который первый я вливаю, потому что сами знаете, хуйня-муня от курицы, накачанный, не накачанный, хуй его знает. Я это картофельный супчик сварю. Надо за картошкой идти. Не знаю, или рисовый. Короче, посмотрю. Вот это потушу я. Короче, взяла я капусту и фасоль. Я люблю такие вещи. Вот это потушу. Потом кофе еще взяла. Вот это, конечно, оно горькое. Я это всегда пила. Теперь не стала. Там надо допить. Соседу отдам, что ли. Вот это еще взяла. Это потому что осталось вот. Вот. Там каша гречневая. Сейчас я покажу. Там это рыбу не хочу. А вот еще вот эта смесь взяла овощная. И взяла это клубнику. Компот сварю. Вот это есть тоже. Клюква и клубника. Котлеты. Что за хуйня? У меня фарш лежит. Мясо, рыба. Я это не ем сейчас. Фарш куриный не хочу, ничего. Вот. Обезжиренный творог взяла я. Вот сейчас обезжиренный закончится, еще пойду. Ну, масло это стоит, это тоже все стоит. Это как ее с отрубями. Одна груша осталась. Вон там гречка есть, у меня яйца есть. Яйца уже тошнить нахуй от них. Гречку вот теперь вчера ела, сегодня. Это кефир мне хватит на... Кефир пополам делю я. На 4 дня. Ну, это глаза. Пачо, хуяче. Это там маски надо сделать. А, и две шоколадки с кофе сейчас пила я. Горькие. Ну а что делать? Я уже не знаю. У меня от всего уже блюет. Ну вот обезжиренный взяла этот творог. Холодильник пустой, колбасы нету. Не в том, что нету колбасы. Я, сами знаете, сейчас жареный, нихуя ничего не ем. Только вареное. Только вареное. Вот сейчас вот это я люблю, конечно. Я ее на воде сварю, чуть масло подсолнечное брошу и буду есть. Вот это я тоже фасоль. Конечно, ребят, теперь сейчас я покупаю. Жила в деревне, все сама выращивала эту поебень. Капусту, фасоли у меня до хера было, замораживала, закрывала. Все свое было, овощи все свои. Три татушки, три тата. Сейчас эту пену сниму, поварится, она сварится, вылью это первый бульон и на второй поставлю. Сейчас пену соберу. 2 килограмма эта курица, там не было меньше. Ну ладно, это мне курица не намного хватит. Я ее отварю и остынет в холодильник. А бульон второй я, супчик какой-то, рисовый я 100 лет не ела, рисовый. Можно фасолевый. Не хочу, ребят. Я так устала что-то. Прям вообще не хочу идти обратно за фасолью. Ой, за хлебом. За этим надо идти. За картошкой. Сейчас пойду за картошкой. Что делать? Вот. Ой, господи. Так я... Ой. Сейчас придумаю. На улице погода. А, вот это взяла я. Я вот это пила, оно горько, а это слабенькое, хорошенькое. Вот что еще взяла я. Кофе. Я уже кофе попила. На улице холодно. Ну как, ну перчатки сегодня я одевала. Вот. Ладно, давайте я попозже выйду в эфир.